Всем привет, друзья! В данном выпуске я буду говорить 200 скороговорок для развития дикции, что, собственно, я пытаюсь в себе развить. Итак, поехали. Интервьюер интервьюента интервьюировал. Жили-были три китайца, як-цендрак, е-цендрак, цендрони. Жили-были три китайки, цыпа-дрыпа, цып-дрыпампони. Все они переженились, як на цыпе, як-цендрак на цыпе-дрыпе, як-цендрак, цендрони на цыпе-дрыпе-дрыпампони. И у них родились дети, у яка с цыпой шах, у яка-цендрака с цыпой-дрыпой, шах-шарах. У яка-цедрака... Цедрака цедрони, с цыпой дрыпой дрым-пампони, шах-шарах, шарах-широни. Расскажите про покупки, про какие, про покупочки свои. Рылас, рыла, свинья, белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла. Вырыла, подрыла, скороговорил. Что всех скороговорок не перескороговоришь, не перескоговариваешь. Но заскоговорившись, выскоговорил. Что все скороговорки перескоговоришь, да не перескоговариваешь. И прыгают скороговорки, как караси на сковородке. Карл у Клары украл рекламу. Карла украла бюджет. У рекламы ухватов швах с охватом, а прихватки и без охвата расхватали. Мерчендайзеры соврали. Сорван сэмплинг самоваров. Ядро потребителей пиастров пираты, а пиратов пираньи. Полосы прополосы заменили двумя полосами пропылесосы. Невелик на ситиборде бодибилдера бицепс. Скретивлен креатив, не по-креативному, нужно перекреативить. Брейшторм, гам, гром, ортов, пира, рифм, вдруг бум, блеск. Выборка по уборщицам на Роллс-Ройсах не репрезентативна. Пакет под попкорн. Банкиров ребрендили, да не выребрендировали. А в Каннах львы только ленивым венки не вели. А в Кабардино-Балкарии Валакуртин из Болгарии. Диологизировались. Их пестициды не переспестицидят. Наши по своей пестицидности. Кокосововары варят в скороговорках кокосовый сок. Работники предприятия приватизировали. Сиреневенькая зубовыковыривательница, флюорографистку. Блин, это очень жестко, друзья. Давайте остановимся на 25. У меня уже отключается голова. Я не могу это выговорить. Видно, потому что это непривычные слова. Ну и просто я вырубаюсь. Это жестко. Ставьте лайк, если вам понравился данный выпуск. Спасибо. Скороговорки я оставлю под видео. Всем успехов, удачи, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.